Боевые расчеты будущего ВЧ-26-178 осуществляли управление всех первых советских искусственных спутников, автоматических межпланетных станций, а затем и пилотируемых космических кораблей. Особую роль часть сыграла в становлении первой отечественной системы спутниковой связи «Молния» в работе орбитальных станций. Офицеры этого элитного подразделения принимают и обрабатывают информацию с орбиты, участвуют в научно-исследовательских разработках и эксплуатации опытных образцов новой техники космической связи. Сейчас управление всеми пилотируемыми полетами ведется из Щелково. Кроме того, часть обеспечивает работу спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. 1957 года человечество открыло новую космическую эру своей истории. Первый искусственный спутник Земли, запущенный в этот день с космодромом Байконур, качественно изменил масштаб нашей цивилизации. Командир наградил грамотами особо отличившихся военнослужащих, и настало время принимать поздравления от гостей. Разрешите, во-первых, вас поздравить с праздником и просто обратиться к вам, как к дорогим друзьям, потому что наша связь, которая находится вот именно в войсковой части и администрации, мы плотно-плотно работаем. И все взаимоотношения, которые у нас складываются, они идут только на пользу не только вам, но и нам. Руководство Щелковского района подарило части новый телевизор, который тут же нашел своего хозяина, отправился в одно из подразделений на командном пункте. А потом состоялся праздничный концерт, главным номером которого стал недавно написанный гимн части. Автор гимна, майор Юрий Ершов, который уже 14 лет служит в этой части, поздравил с праздником своих сослуживцев. Я бы хотел пожелать, самое главное, крепкого здоровья, семейного благополучия, и чтобы жены понимали мужей о том, что они очень много проводят времени на службы, а мужья понимали жен, что им тоже надо уделять внимание. В будущем году вместе с юбилейной датой 60-летия начала космической эры ВЧ-26-178 тоже будет отмечать свой главный праздник – День части. Сергей Дадыко, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».